Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня я собираюсь пройтись по греческой кухне. В меню у нас мусака. Хотя на самом деле мусака, конечно, не совсем греческое блюдо. Оно, в принципе, распространено и в арабских странах, и на Балканах. Естественно, везде есть какие-то свои региональные отличия, а где их нет. Да даже в самой Греции, в разных местах, на разных островах ее будут готовить по-разному. Где-то из овощей берут только баклажаны, где-то к ним добавят цукини и картошки, где-то вообще грибов навалят в мусаку. Кроме того, и по способу подготовки овощей к запеканию тоже имеются отличия. Блюдо очень вариативное. Короче, берите за основу общую идею, а дальше настраивайте на свой вкус. Перечень ингредиентов и основные этапы готовки размещу традиционно в конце ролика. Приступим. Мусака перед запеканием заливается бешамелем, а правильный бешамель – это прежде всего ароматизированное молоко. Ну, вы знаете. Поэтому в кастрюльку его. Сюда же лук. Веточку тимьяна и веточку базилика. Если у вас нет свежей травы, используйте сухие пряности. Главное, не забудьте процедить потом. Доводим сейчас до кипения. Убавляем огонь до самого слабого и варим минут 10-15 без всякого кипения. Я пока займусь нарезкой цукини. Овощи мусаку закладываются уже в готовом виде. Чаще всего их нарезают и обжаривают в глубоком масле, практически во фритюре. Но мне больше по душе менее распространенный вариант запекания в духовке. Тогда они гораздо меньше масла в себя впитывают. Мусака, соответственно, более легкая получается. Так, и немного посолить. Сразу рядышком с цукини можно и сладкий перец пристроить. Это действительно сладкий просто сорт такой вот. Его надо смазать оливковым маслом. Все, в духовку. Верхний гриль, температура 220 градусов. Это быстро, минут 10-15 и все готово. Я пока баклажан нарежу. Его лучше пластовать не пластинками, а сразу кубиками. В запеченном виде он слишком мягкий, и резать его, когда он запечется, будет неудобно. Не то что цукини. Сразу сюда масло и соль. И перемешать. Ну и картошку тоже надо подготовить. Брать лучше крупную. И тоже резать кубиками. Ну и также приправлю маслом и солью. Пока нарезал, все, и цукини запеклись. Отлично все. И перцы какие замечательные. В духовку можно отправлять очередную партию. Сначала баклажан. Ему и 10 минут хватит. А картошка туда отправится в самую последнюю очередь. Тем временем молоко ароматизировалось, и можно заняться бешамелем. Прежде чем пугаться якобы жуткой жирности бешамеля, задумайтесь, откройте книгу, например, Огюста Эскафье. Это классика французской кухни, этот певец, это монстр. У него полкниги только соусами занято. Так вот, раскройте на странице классический бешамель, и вы увидите, что на 1 литр молока уходит всего 50 граммов масла и 60 граммов муки. Масло у нас имеет жирность 82%. То есть литр бешамеля содержит всего там 40 граммов жиров. Если молоко безжирное, конечно. То есть 4% жирности, ну это практически как хороший кефир. Муку в сухом сотейнике слегка поджариваем до появления такого светло-кремового оттенка, и аромат такой пойдет, знаете, ореховый. Помешивайте без остановки, отвлечетесь, моментально сгорит. Теперь добавляем масло и смешиваем все. Вот эта вот смесь у французов называется рум.
И вот только сейчас по частям добавляем ароматизированное молоко. Главный секрет бешамеля без комочков – это не танцы в духе холодное молоко в горячий ру или наоборот. Обливание по частям. Пока предыдущую часть до однородности не перемешали, следующую не спешите добавлять. Вот и все. Тогда у вас получится вот такое вот ароматное чудо. Остается приправить, и соус готов. Соль, черный перец. Вот как-то так. И мускатный орех. Бешамель готов, но для мусаки в него надо добавить немного феты. Ее сначала стоит натереть на терке. И вот теперь сыр отправляю в соус. И перемешать. Отлично. Пока занимался бешамелем, и баклажан до конницы дошел. Пусть остывает. А в духовку отправляется картошка. Пока она запекается, у меня есть время заняться мясной составляющей. Лук нарубить. И на сковороду его. И масло сюда же. Огонь делаем сильный, лук хорошо подпалить немного. О, отлично. И теперь сюда томатная паста для яркости вкуса. И перемешать. И можно добавлять фарш. Фарш лучше всего, конечно, из баранины. Но пойдет и говядина, если у вас баранины нет. Так. Но не торопитесь перемешивать. Разровняли и пусть жарится на сильном огне. Смотрите, фарш у нас комнатной температуры. Толщина одной сковородки не бесконечная. Она, соответственно, запасла небольшое количество теплоты. И конфорка тоже не с сумасшедшей скоростью нагревает все. Поэтому в данный момент теплота, запасенная сковородой, передаются только тоненькому слою мяса. Потому что скорость теплопередачи в мясе невысока. Если мы начнем перемешивать фарш, то, соответственно, вся эта теплота, которая дает сковородка, небольшое количество теплоты, будет распределяться по всему объему фарша. То есть фарш будет медленно нагреваться. Раз он медленно нагревается, он успеет дать сок. То есть мясо сок потеряет. И мясо у вас будет не обжариваться, а тушиться. А нам нужно все-таки на этом фарше получить, ну, хотя бы часть кусочков с яркими прижаренными такими краями, чтобы получить вот этот прижаристый вкус в будущем фарше. Это будет, ну, вот такая вот штука. Вот теперь уже можно перевернуть лепеху. Вот видите, о чем говорю? Вот именно. Сейчас вторая сторона поджарится, я добавлю протертые томаты из банки, консервированные. Пока этот процесс идет, нарежу цукини кубиком. Ну и перец надо очистить. И нарезать, конечно. И смешать овощной слой. Как там поживает фарш? Отлично поживает. Можно добавлять томаты, соль, перец. И перемешать.
Пусть еще минут 5 потомится, я пока сварочной частью завершу все. Картошка, смотрите, какая замечательная. О, к овощам ее. Самое время выправить на вкус. Может понадобиться соль, перец, не знаю. Нет, все отлично. Перец я добавил в фарш. Сюда, наверное, перец добавлять не буду. Так, отлично. Соль. И с солью тоже все прекрасно. Давайте собирать. Сначала овощной слой. Так вот. Фаршу надо добавить немного бешамеля и перемешать. Вот так, и сюда его. Отлично. И теперь бешамель сверху. И чуть-чуть пармезана для красоты. Не обязательный, конечно, момент, но если он есть, чтобы не использовать. Все, отправляю в духовку примерно на 25 минут. Блюдо состоит из готовых продуктов, так что вся задача в духовке только подрумянить слой бешамеля. Вот так. Перед разрезанием мусаке лучше дать время остыть, ну, по крайней мере, до комнатной температуры, для того, чтобы она как можно меньше расползалась при накладывании в тарелку. Ну и при этом еще и сильнее загустеет бешамель, естественно. Так, ну и надо пробовать. Вот здесь у меня и овощи, и мясо, и бешамель. Это вкусно. Это не может быть невкусно. Что, это классный фарш с соусом из баранинки. Он там яркий, вкусный, сочный. Классные овощи запеченные, обалденный бешамель, ароматизированный бешамель. Тут он еще и с фетой, то есть она придает такую острую кислую нотку такую бешамелю. Это классно. Пармезан штука не обязательно абсолютно, но он позволяет бешамелю дать вот эту поверхность такую яркую, такими пятнышками, такими подпаленными, очень красивыми, очень симпатичными. Это надо готовить. Это можно настроить под ваши вкусы. Под те продукты, которые у вас есть в сезон. Допустим, нет каких-нибудь перцев, еще что-то можно заменять. Можно разнообразить. Можно отказаться от цукини. Можно не отказаться от цукини. Единственное, что баклажаны, конечно, все-таки нужны. Баклажаны – это основа всего. А вот картошка, если вы не любите картошку, не обязательно. Я люблю. На мой вкус картошка здесь нужна. Короче, готовьте и наслаждайтесь. Огромное спасибо за компанию. Напоминаю, по промокоду Фреско вы можете сэкономить, приобретая ножи Самура. Ссылки на сайт Самура в описании ролика всегда есть. Мне почему-то спрашивают, где покупать. Огромное спасибо за компанию еще раз. За лайки, за дизлайки, за репосты. Всем пока!